понимали, что в горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. Захват небольших российских городов на приграничных территориях, естественно, речь идет о Белгородской области в первую очередь. Я думаю, что к этому нужно относиться серьезно. Вот все чаще, когда читаешь новости, возникает ощущение, что эти новости приходят с разных планет. Конечно, для того, чтобы захватить город, нужно, как минимум, иметь бригаду, которая пересечет спокойно границу Российской Федерации, развернется и захватит беззащитный город. Погружаете огромное количество людей в депрессию, истерику и психоз. Ну не надо этого делать. Ну не надо все рисовать в каких-то сверхтемных красках, да? Я думаю, что беззащитных городов сейчас уже нет, но вот предложение председателя комитета по обороне Госдумы генерала Картополова о том, что нужно создавать фактически войска территориальной обороны для прикрытия госграницы, потому что действительно Россия — это не Советский Союз. Сейчас, конечно, таких цифр нет. И прикрывать все границы войсками у нас тоже возможности нет. К сожалению, у нас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск, как бы СССР, помните, это было. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границы. Но вот задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Поэтому батальоны, части, подразделения территориальной обороны, я думаю, что это предложение, которое заслуживает внимания. Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Победим Украину. Осталась неделька. Все. Вы не понимаете, мы вас пока окончательно не решим. Нацизма не должно быть. Вы нацисты. Слушайте, вы уже Северодонецк завтра послезавтра заберете. Вы нацисты. ЛНР уже будет ваша полностью. Киев. Ну, ДНР. Мать уже. Городов а русских. Уже на этом остановитесь? Нет. Нет, Киев, не Львов. А где остановитесь? Смотря как то вести будет. Может, а когда быть, остановитесь? Ну, когда надо, тогда и остановимся. А где остановимся? Ну, я вот сегодня говорил, может быть, Стоунхендж. Что касается основной части, 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины. Вот я сколько общаюсь, мало кто понимает, что мы там делаем. Потому что границу они сюда никто не перешел. Вот здесь для меня как бы необычного ничего нет. Я сам особо не понимаю. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия особая страна. Ой, ужас-то вот в чем заключается. В том, что до 24 февраля 2022 года никто не обстреливал Белгородчину, Курск, Брянск. Не падали прямо под Москвой, вот уже совсем недалеко от нас. А то, что Донецк обстреливает, это нормально, это пусть будет. Донецк не был территорией России по состоянию. Сейчас еще сильнее обстреливают. Да. И вот, при этом там, кстати, уже в тот момент находились люди более в значительном количестве более с российскими паспортами. Ничего похожего в Санкт-Петербурге, в одной из столиц России, я так понимаю, не было много лет. Какой-то я даже не сегодня вспоминал, как раз годовщина теракта, вспоминал, когда метро было взорвали. Такое, это было несколько... 17-й год. 17-й год, то есть это давно было. Да? В Москве тьфу-тьфу тоже уже давно ничего не взрывалось, слава богу. Беда заключается вот в чем. Начав то, что называется у нас официально специальную военную операцию, да, мы тем самым резко повысили риски того, что вот это вот, что нельзя называть, придет сюда. И оно пришло сюда. Вот хочешь, не хочешь, пришло сюда. Вот такая беда случилась, да. Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии. Мы точно знаем, откуда ты пришел. Мы точно знаем. Мы знаем, кто из украинских спецслужб вел. Мы знаем поименные имена, фамилии всех тех, кто за этим стоял, как ее работали, как делали. Ужас еще вот в чем заключается. Это тоже, думаешь, ужас какой-то. Вот как-то уже, страшно это говорить. Это ужасно говорить. Но, тем не менее, как-то за этот год люди, я не говорю о тех, кто на Донбассе, я не говорю о тех, кто белгородчане, говорю о тех, кто живет здесь.
вот в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, я уж не говорю про Владивосток. Борис Борисович, да? Вы люди привыкли, и приспособились этой террористической атаке. Вот. А сейчас получается, что мы постепенно, это ужасно, начинаем привыкать и приспосабливаться к терактам. Так, то есть вы что хотите сказать? Да. Везде можно. Я просто боюсь, что я уже знаю, что вы ответите, потому что одно и то же. Ответная реакция какая? Надо все прекратить, и тогда... Ответная реакция, как можно быстрее закончить эту Ответная реакция на действия террористов — не бороться с террористами, а как можно быстрее с террористами договориться. Кажется, совсем недавно вот мы здесь стояли, обсуждали убийство Даши Дугиной, и, собственно, тогда казалось, что это не повторится, что действительно это вот это трагедия, тем более была вот эта вот публикация в «Нью-Йорк Таймс», и сейчас фактически мы видим, что это уже превращается в тенденцию. Что случилось? Почему все это происходит? Вводите в стране военное положение, вводите военные законы, по которым террорист — это всегда смертник, понимаешь? И мы должны смотреть не на ту, которую судят, понимаешь, а на ту, которую очень скоро расстреляют. Мы идем! Гойда! Как завещал Путлер, на миру и смерть красна. Мне кажется, ведь только у нашего народа могла родиться известная поговорка: «На миру и смерть красна». Как это так? Смерть – это что такое? Это ужас? Нет. Оказывается, на миру и смерть красна. Что такое на миру? Это значит смерть за други своя, за свой народ, говоря современным языком, за отечество. Вот в этом и есть глубокие корни нашего патриотизма. Вот отсюда и массовый героизм во время военных конфликтов и войн, и даже самопожертвование в мирное время. Вот отсюда чувство локти, наши семейные ценности. Конечно, мы менее прагматичны, менее расчетливы, чем представители других народов. Но зато мы пошире душой. Может быть, в этом отражается и величие нашей страны, ее необозримые размеры. Мы пощедрее душой. Сейчас Запад закатил истерику из-за проходящих в Лаосской, в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожных и Запорожской областях Украины референдумов. Говорю о покушении на руководителя провозглашенной Луганской Народно-Демократической Республики и власти Украины, и провозглашенной Луганской Народной Республики. Из-за проходящих в Лаосской, в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожных и Запорожской областях Украины референдумов. Счастье – это когда ты прав и смел. И люди на этих территориях именно такие. И мы с ними навсегда. Победа за нами! Для меня очевидно, что сегодняшнее решение – это вот оно сегодня, начало конца этой Украины. Ее не все это. Да это все, и история, наверное, закончится. И, наверное, это правильно. И этого государства больше не существует. Его нет. Все. Сейчас, конечно, таких цифр нет. И прикрывать все границы войсками у нас тоже возможности нет.